Медиахолдинг ТВК постоянно проводит интересные конкурсы в соцсетях. Ко Дню защиты детей в сети Инстаграм прошел веселый танцевальный видеоконкурс. Как обычно, условия для участия в конкурсе совсем не сложные. Нужно было выложить в своей ленте музыкальное видео с детьми или со всей семьей. В день долгожданного для всех юных горожан праздника подведены итоги веселого музыкального состязания. Победители получили свои награды. Поздравляю. И сертификат, пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну, я очень рада. Я стараюсь во многих конкурсах участвовать, поэтому решила принять участие и в вашем конкурсе. Подарки всегда очень приятно получать. И хочу сказать спасибо человеку, который снимал это видео, Александре, и ТВК. Спасибо большое. Приз за первое место отправился в Искитим. Награды за второе и третье место получили берчане. Призы приятные и полезные. Портативная USB-колонка, сертификат на бесплатные услуги связи от ТВК на 2 месяца, термокружка, летающая тарелка. В каких готов конкурсах участвовать? Во всех. Во всех конкурсах участвовать? Хотелось бы поздравить с праздником таким большим. День детства. Очень рада, что победили в вашем конкурсе. Будем стараться. Спасибо вам, что вы все-таки устраиваете постоянно эти конкурсы. Мы участвуем. Но вот в этом конкурсе мы победили. Медиахолдинг поздравляет всех берчан с Днем защиты детей и приглашает горожан, независимо от возраста, участвовать в конкурсах и викторинах от ТВК.